все рядышком. Вторая шеренга довольно-таки неплохо принимает. А лучше все-таки кто-то потерялся. И лучше всех принимает на первых метрах дистанциях Куркума. Куркума, выезд. Ну, потерялся Купава. Просто опоздал на старт наездника. Лучше всех Куркума ВС принимает со второго хорошего номера. Лошадь сразу входит в первый правый поворот. Куркума ВС впереди. Скачет печатный знак, восьмой номер. Но бифуркация плохо также входила в поворот. Старается конвоир, старается, все-таки не отпускает дальше. Лошадь проходит первый правый поворот. Куркума ВС впереди. На второе место вышел с девятого номера конвоир. Вадим Кулыгин далее атакует. 34,1 результаты первой четверти. Ну, честно говоря, аккуратный прием. Ничего не скажешь. Аккуратный прием. Атакует с поля. От того и так плотно. Вот кто же невидимый. Четвертый, цвет. По-моему, кристальный. Нет, это пятый. Нет, это пятый номер комбинации. Да, комбинация атакует Куркуму ВС. На предположим, прямой конвоир. И Вадим Кулыгин комфортно держит в третье место. Понимает, что ехать-то далеко. Лошадь входит во второй левый поворот. Тут же медовый загар. Четверть. 34,4. Вторая четверть. Ну, едет аккуратно. Не торопятся. Совсем уж не торопятся по ходу, по дистанции. Но зато для публики получается, смотрите, какой получается дружная коллективная езда. Ну, уверенно впереди пока Куркума ВС. Тут же рядом комбинация. Далее конвоир. Вадим Кулыгин на спине. Тут же медовый загар. И до сих пор допускает второй свой печатный знак. Второй раз по дистанции. Да, честно говоря, до этого он выглядел довольно-таки уверенно, но тамбовское покрытие ему, честно говоря, видимо, не подошло. Ва-банк, 33-1, третья четверть. Куркума ВС впереди. Четвертая четверть, 33-1. С поля комбинация, бровкой ва-банк. И здесь же у нас и конвоир, который, по-моему, как коршун просто у нас затаился и следит за всем происходящим. Конвоир определяется на вторую позицию. Противоположная прямая. А впереди Куркума ВС. Тимирбулат Тунгатар уверенно пока впереди. К ней рядом подъезжает Вадим Кулыгин на конвоире. Мы видим, что разгоняется у нас немного заезд пилотон. Конвоир пока еще 33,1, да. Конвоир выходит на первое место. Тут же рядом Куркума ВС и медовый загар в спине. Лошади находятся на предположенной прямой. Сейчас будут входить в последний левый поворот. Что ж, впереди одни москвичи. Как бы то ни было, счет у нас уже сравняется. Но кто будет этим счастливчиком? Кто будет этим победителем? Как конвоир. Уверенно, Куркума ВС пока впереди держит бровку. Тимирбулат Тугатар. Вторую. Хлыст показал уже конвоиру Вадим Кулыгин. Не просто ему с Куркумой бороться в последнем левом повороте. Куркума ВС выходит на финишную прямую. Тут же рядом конвоир. Хлыст посылает уже хлыстом Вадим Кулыгин конвоира. Куркума ВС пока впереди. Атакует, ну что, конвоир. Финиш? Атакует конвоир. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И тут же медовый загар допускает сбой. А впереди второй номер Куркума ВС. И выиграет приз в честь Пермского конного завода. Тимирбулат Тугатаров. Вот это...